Этой ночью прозвучала трагическая новость о смерти актера Ивана Рудакова, который запомнился зрителям по ролям в знаменитых сериалах «Кухня», «Счастье можно дарить», «Медиум». Оказалось, что тревожные звоночки, которые свидетельствовали о плохом самочувствии актера, были уже давно. До последнего поклонники Ивана надеялись, что новость о его скоропостижной смерти – это ошибка. К сожалению, сегодня утром трагедию подтвердил отец актера. А ведь буквально 2 дня назад он обращался к поклонникам с просьбой, цитата, «Друзья, у нас беда, просим ваших молитв о выздоровлении нашего сына Ванечки, который сейчас находится в реанимации 57-й больницы в крайне тяжелом состоянии. На ИВЛ пока без сознания. Проблемы с сердцем и с легкими. Последствия ковида, которые он перенес этим летом. Положение крайне тяжелое, но мы верим, что общими молитвами вернем Ваню к жизни». А сегодня утром отец Ивана написал: «Чудо не случилось. Нашего Ванечки, нашего любимого сыночка больше нет. И мы не знаем, как дальше с этим жить. Помолитесь, кто в силах, за упокой его души». 43-летний актер еще пару месяцев назад активно снимался в продолжении сериала «Медиум» с Марией Порошиной. Уже тогда ему несколько раз вызывали скорую и отменяли съемки. При этом он все равно из больницы приезжал на съемочную площадку. Плюс ко всему, СМИ стало известно, что сердечный приступ случился у него в частной наркологической клинике в Сокольниках. Именно оттуда его привезли в 57-ю больницу. Теперь остается только гадать, по какой причине артист наблюдался у наркологов. Напомним, Рудаков родился в кинематографической семье. Его родители Елена Николаева и Алексей Рудаков – известные кинорежиссеры. Они годами работали на съемочных площадках и привили наследнику любовь к искусству. В 2005 году Иван начал сниматься, но сначала ему доставались только эпизоды. Прорыв во многом произошел благодаря сериалу «Кухня». Также у звезды сериалов осталась 10-летняя наследница – Серафима. Она родилась от брака актера с артисткой Лаурой Киасаян в 2011 году. Но когда девочке было 2 года, родители развелись. О причинах краха семьи артисты не распространялись. При этом Рудаков и Киасаян сохранили прекрасные отношения ради дочери. Лаура убита горем из-за кончины бывшего мужа. Цитата: «Светлый путь, родной, светлая память, Ваня», написала она в соцсетях. Среди последних работ Рудакова – главные роли в сериалах «Медиум» и «Ланцет». Мы приносим соболезнования родным и близким артиста.